Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment By. Сейчас я нахожусь на своем объекте. Под конец монтажа погода, к сожалению, испортилась, дожди начинаются. Но смотрите, я вам расскажу суть, а как я сделал работу, как вам советую сделать работу. У нас труба выходит полметра от конька, соответственно, труба вот эта должна выступать на полметра и ниже уровня конька. И на этом объекте, с учетом того, что делал подрезки утепленной трубы, мы опустились на 15 сантиметров. Это неправильно. Поэтому я уехал, это 60 километров от Минска, и приехал на следующий день. Сейчас вот я здесь перед вами, но уже трубу поставил еще полметра. Все, теперь это по нормам, проблем никаких не будет, ни с тягой, ни с проверяющими органами. Потому что если мы возьмем вот печную рядышком трубу, видите, разбежка какая? Да, она немножко ниже выведена, никуда не деться. Ну, смотрите, утепленная труба 200 на 300 прошла через кровельный проход Master Flash RES-2B. Резали мы шифер цветной, герметиком обработали, вот немножко даже вылезло. Надо срезать ножиком. Да, ножиком сейчас срежу, возьму. И кровельными саморезами простучались и обязательно по волне сделали гиб. Один вопрос, который вот часто возникает на объектах, которые я переделываю, из-за того, что мастер-флеши текут. Почему они текут? Потому что верхний край кровельного прохода должен заходить либо под конек, либо под какой-то кровельный материал. С шифером тяжело работать, объясню. Вот смотрите, на стык попали. К сожалению, это самый худший вариант, когда попадаешь на стык. То есть, когда вы попадаете на стык, и не заведя мастер-флеш под верхний кровельный материал, всегда будет течь. Вы никуда не деетесь. Вы можете мазать герметиком, замазывать битумом, ведрами будете мазать. У вас вся крыша поменяет цвет, но все равно будет течь. Потому что, когда, еще раз повторяю, попадаете на стык шифера, все течет постоянно. Поэтому обязательно под конек. Я завожу лист металла, как правило, под конек завел, все. И теперь вы видите, водичка, она стекает вниз. Здесь затекания исключены. Плюс герметик прокладываю еще на мастер-флеш, это необходимо. Это надо делать, никуда вы от этого не денетесь. И да, грибок поставил. Почему? Потому что на этом дымоходе у нас, на этом объекте, вернее, дымоход собран насадным способом, то есть на печку, не приставной. Я думаю, эта информация будет кому-то полезна. Вот таким вот образом монтируйте мастер-флеш, и у вас в процессе там жизни, да, в процессе того, как вы пользуетесь дымоходом и печкой, проблем никаких не будет. Во всех остальных случаях очень много вариантов, но проблемы могут быть. Обязательно запомните мастер-флеш под верхний ряд любого материала строительного. Да, и у меня на видео вы можете посмотреть, когда, к сожалению, нет возможности завести под верхний ряд кровельного материала. Ну, тогда используются там гидроизолирующие различные материалы. Но это как бы из того, что это крайний случай, я вам так скажу. Поэтому делайте правильно, и у вас не будет никаких вопросов. Ну и RES-2B я ставлю на диаметрах, где дымоход больше 250 диаметра. Для себя я сделал вывод, что это самый оптимальный вариант. 115 на 200 банные печки я еще закрываю. 230 диаметр тоже могу еще RES-2 поставить, кровельный проход. На всех остальных объектах я ставлю RES-2B. Почему? Да потому что я не ограничен в работе. Я могу вырезать столько материала, сколько мне надо кровельного, столько обрешетки, сколько мне надо, и не думая о том, что произойдет какое-то возгорание. Нет. Не со мной, не на моих объектах, не с моими работами. Это, да, со временем пришло к тому, что RES-2B классный кровельный материал, который появился у нас на рынке. И еще, у меня очень много видео, сейчас комментарии появляются о том, что мастер-флеш ерунда, мастер-флеш не работает, мастер-флеш горит. Не забывайте, господа, что мастер-флеш бывает разного качества, да? Это может быть силикон, это может быть резина. Поэтому здесь уже зависит от поставщика, потому что к нам на территорию Беларуси поступали мастер-флеш под видом силикона, но реально это была резина. На это надо обращать внимание. Ну а как вы как потребитель увидите? Вы этого не увидите. Я как монтажник, я уже их вижу, мастер-флеши, именно силиконовые. Резина, она отличается, ну, потому что через меня их очень много проходит.
Ну и то иногда ошибаюсь, к сожалению. Но и не забывайте еще об одном. Какую трубу утепленную вы покупаете? Потому что есть трубы, которые вот на этом участке трубы, да, на 5-6 метре меняют снаружи цвет. Почему вы об этом забываете, кто пишет комментарии? Поэтому, как бы ни было, покупайте дымоходы проверенные, и у вас не будет никаких проблем. Потому что у меня есть один из комментариев, где человек писал очень непроизвестный бренд, когда у него мастер флэш просто расплавился. Ну да, это бывает такое. Я в свое время, еще когда на рынке работал, на строительном Уручье, очень много людей ставят, дешевые дымоходы ставят, обычный парок экстра в трубах стоит, он там газить начинает, он начинает у них вонять, начинается протекание, то есть стекать начинает, плавиться кровельный проход, и они говорят о том, что кровельный проход — это не материал, это очень низкого качества материал, который нельзя ставить. Ну, хотелось, конечно, мне ругнуться, но это так. То есть у них дымоход в порядке, а мастер флэш ерунда. Ну, поэтому делайте выводы и смотрите, что вы покупаете. Это очень важно, потому что с кем вы начинаете работать, с кем вы работаете. От этого зависит ваша безопасность и ваша надежность дымохода. Конечно, надежность дымохода, но а как? Когда вы приезжаете, и у вас сухая кровля. Это же хорошо, да, вам хочется еще приезжать. А когда вы приезжаете, и у вас вода внизу стоит, это нехорошо. И у вас возникают проблемы особенно. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Заказывайте у меня, конечно, монтаж дымоходов, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. И еще раз, покупайте дымоходы правильно и покупайте комплектующие к ним проверенные. Пока!